Ну ладно. Так о чем сегодня будем говорить? Ну ладно, я хотел спросить вот двух занимающихся уже прилично такой штуки, а потом можно будет уже поговорить о каких-то других вещах. Вот во время практики, да, какую часть, скажем, ну вот сознание занимает чистое восприятие, да? То есть вот когда вы чувствуете тело и все такое, да, значит, и какую часть, ну, мысли еще какие-то там идут, да? То есть вот чисто восприятие, просто тело там, да, какие-то участки, точки триггерные, привет. А Зоя где? О, пижоны. Присаживайтесь. Ну вот. Поэтому, значит, да, ну как, обычно, когда начинаем, вот практику я начинаю, значит, какие-то, что-то мелькнуло, да? Потом, значит, расслабил там глаза, лицо. Значит, да, и потом уже идет, как бы, ты, вот, ну, как бы, вот, тело, есть тело, да? Ты можешь в паузах, можешь там на глазах, ну, но все равно восприятие. Нет, мысли где-то там или их нет вообще, да? Вот какую часть занимает восприятие? Какой процент еще мысли мешают? У меня процентов 50 на 50. Половину, да? Да. Ну, еще раз, когда просто отключаешься. Да, а пропорция меняется вот это? Нет? Что? Пропорция-то меняется 50 на 50? Меняется, да. Меняется, но очень медленно, к сожалению. И, естественно, мысли уходят, но очень медленно, да. То есть их становится меньше. Вот. А сам состояние, когда ты отключаешься, по сути вашему, да, оно вот достаточно короткое. Оно только сейчас ко мне приходит, честно говоря, да? Только сейчас приходит, и ну там вообще, наверное, процентов 5 от занятий, если брать все. Ну, вы достаточно долгое время занимались немножко в другом ключе. Да. Ну, там, поэтому видно. Там какие-то были другие причины. Причем вот раньше, когда я, допустим, занимался, вот первые у меня были шаги, там у меня был даже больше, наверное, эффект положительный, да, до определенного момента. Потом у меня некоторые события произошли, и просто все перестало работать. То есть, что бы ты ни делал, а йога не работает. И только после того, как вот к вам пришел, да, это было полтора назад. Вот, сейчас потихонечку все выравнивается. Вот я подхожу. А что это был, стресс или что? Или какие-то внешние? Это было все вместе, физика. Ну, сначала стресс, на фоне стресса физические определенные моменты произошли. Возвращается потихоньку, короче. Да. Интересно. Хорошо, спасибо. Что скажете, Олег? Ну вот в течение всей практики в начале, наверное, там небольшой процент какой-то мысли есть, я думаю, где-то, ну если в процентах, наверное, процентов, наверное, 20-30. А вот ближе к концу практики восприятие, ну оно фактически чистое, без мыслей. То есть где-то что-то мелькает, но очень редко. То есть получается такое. То есть такое, вот есть тело, есть сознание такое аморфное. Да, и оно, как, ну, ощущение своего тела, а потом, ну, как бы восприятие просто пространства. Ну, пространство, там, я не знаю, комнаты, там что-то еще. Ну, то есть какие-то очень, ну, тонкие ощущения, вот там, очень интересное состояние. А мысли, ну вот мысли вот в конце практики их практически нет. То есть чисто ощущение и все. Ощущение, ну, как бы даже тело и иногда даже... Ну, тут есть два момента. Это первый момент, значит, когда мы можем привязать внимание куда-то там, глазам, допустим. Ну, не знаю, там, дыханию. Вот, и как бы, да, когда внимание остановлено, тогда через какое-то время сознание начинает расплываться. Через какое-то время. Ну, для этого нужно остановить внимание. Вот, да, 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 да. Да, и вот это уже называется, как бы, да, когда резко теряется. Но оно потом как-то становится более чистым, что ли. То есть остается только чисто, ну, вот чистое восприятие вообще всего. Так мы об этом говорим. Да. Да, иногда бывает такое, как будто все останавливается. Я даже не знаю, как это передать.
ну, как бы, не то что мысли, потому что мысли нет, а как-то тормозится, ну, как будто время останавливается. Угу. Вот, такая, да, странная штука бывает. Да, да, да. Хорошо, спасибо. А мне что нужно сказать? Не, ну, не знаю, как вы пришли вообще вот в вашей практике, расскажите. Где вы взяли эту штанговиньясу, которую вы делаете? Как вы ее назвали? Ну, штанговиньяса это. А-а-а. Все время, когда там это, на собака Шри... морда вниз, морда вверх, это все. На Шри-Ланку я поехал, когда отдыхать, и ну, в тот момент передо мной как-то стал вопрос, ну, то есть я уже занимался йогой какое-то время, там, примерно полгода. Ну, вообще, в принципе, впервые я пошел в йога-практика, это Айенгара, как раз йога. Вот, я там занимался по выходным, как бы мне понравилось, я занимался, потом там, ну, у разных учителей пробовал, пошел там еще в другой клуб. Они пытались искать информацию самостоятельно? Вот что такое йога, там, философия и практика? Или вы вот шли и верили, что вам там... Ну, как бы в первом же занятии, естественно, я задавал вопрос, вот я пришел, вот я начал заниматься, а что дальше, куда мы идем вообще, как бы расскажите. Ну, мне сказали, вы занимаетесь, там, потом, постепенно, постепенно, как бы у вас будет возникать хороший понимание. Хороший ответ, Антон. Вот. Да, какой? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, наверное, в этом тоже есть какая-то истина, да, потому что мы не можем понять, например, сразу там высшую математику, да, мы к ней идем там с но первого класса. Математика ли это? Ну, я пример просто как бы, да, ассоциативный. Поэтому? Ну, там, да, покупал книжки, там, вот Айенгар, там, другие всякие вещи, то есть читал самостоятельно, да, там, погружался. И вот приехал, когда передо мной уже стоял вопрос, что да, вот я хожу по выходным, и я понимаю, что этого недостаточно, потому что у них там тоже такая система, что как бы неделю там одни практики, неделю другие, ну, плюс меняешь, когда инструкторов. Если должен быть прогресс. Нет, ну прогресс был как бы, да, но я понимал, что нужен какой-то вот курс, которым я могу заниматься дома, чтобы прогресс был реально ощутимый. Угу. Вот, и как раз пошел там к другому мальчику, и он сказал, что да, нужно заниматься каждый день, там пусть 5 минут, там пусть 10-15, сколько есть времени, но каждый день, и тогда как бы все равно это будет лучше. А что вы обозначили как прогресс? Ну, для меня на тот момент как бы было, ну, наверное, там какое-то ощущение гибкости, силы. Ну, понятно, ну, развитие такой... гибкости, короче. Ну, вот. Да. Ну, это ощутимые вещи, которые, как понимаю, бы, да, ну, говорят о том, что все-таки что-то происходит. Самая простая. Да. Вот. И как бы передо мной, когда встал вопрос, а как заниматься, ну, какой-то курс вот взять и каждый день заниматься, я вот как раз к этому моменту созрел, так сказать, поехал туда, и вот попал к мастеру, по идее, занимался я тоже у него недолго, но как-то он легче лег этот курс, именно что сразу, ну, за несколько дней там создалось уже определенное, ну, как бы запоминание, что ли, да, то есть тело запоминало, мозг быстрее, плюс там как бы табличку я у него взял, там у него с позами, ну и все, и вот с тех пор я занимаюсь как бы по этому курсу, ну, там определенные добавочки, может быть, есть какие-то уже. Я вспоминаю забавную историю, когда-то мы начинали все это, нашу школу, было, нас было четверо. Был такой Роман Амелин, вот, он владел английским в совершенстве, ну, просто с, там, с каким-то директором уроженца Восточного Лондона, ну, у него его бабушка учила, вот, значит, да, и, значит, и кроме того, он был музыкант, причем музыкант от Бога, поэтому, когда он, как бы, поступал в консерваторию, его постоянно заваливали, поскольку он слишком хорошо играл. Ну, понимаете, да, это не смешно, а там что-то по блату, да. Вот, и у него были очень большие стрессы, он одно время там что-то там запил. Вот, а у него были какие-то проблемы, он был болезненно тучный. Вот, значит, да, но вот он читал там, значит, когда мы добрались до сундука посольского с книгами посольства Индии, значит, там это Сатьянанда, там все дела, он читал, значит, все это свободно. Вот, и начал пробовать там какие-то медитативные техники, да, я говорю, Роман, ну тебе нельзя, у тебя там 30 килограмм лишнего веса, и ты посмотри, да, на свое самочувствие. Вот, и вот мы с ним все время бодались. Потом он поехал когда туда в ашрам, значит, ему дал этот с вами Ниранджанананда, который сейчас там, да, главный. Значит, он дал, значит, ему 2 часа практики, значит, там какие-то мантры, да, и вот, значит, я вот приехал, я говорю, ну, слушай, мы с тобой тут 3 года спорили, надо или не надо, а теперь тебе сказали, что тебе это надо. Ну, вообще цирк. Ну, вот тоже человек упирался, да.
Вот. Был Борис Мартынов, Костя Данильченко и я. Вот нас четверо было. Вот. А потом он начал ходить с вами в Джатиру Пананде на курсы санскрита. Это Месси Рамакришна. Он до сих пор, ему, по-моему, под 90 уже. Вот, значит, да, и так он саньясин такой, но он чернушный мужик. Вот. И как мы тоже там как-то спорили, надо ли то ходить, не надо ли то ходить ему. А потом спор кончился очень резко. Как-то он возвращался с этих занятий, и там у себя в Измайлово стоял на остановке ночью. Пересечение улиц, перекресток и остановка. Сталкиваются две машины на большой скорости. Одну убрасывает, сбивает его. Разрыв селезенки и хана. Ну, в общем, такая вот история. Значит, да, так вот, вернемся мы к нашим этим вещам, да. И еще был очень интересный случай лет, наверное, 12 назад. Значит, парнишка мне написал, по-моему, из Тулы. Значит, там была такая история, он говорит, что я занимаюсь по системе Энгара. Собственно, прошел весь курс. Можете представить? Весь курс. Я, говорит, его закончил. Вот. Он говорит, что-то мне вот не хватает релаксации там или что-то такое. Я вот хотел бы с вами пообщаться. Говорю, давай. Он говорит, я сейчас съезжу в Крым, там пройду типа семинар. Собственно, это да. Я потом пропал. Ну, телефон оставил, но я не звонил. Думаю, ну, не надо человеку начинать. Он звонит мне через полгода. Говорит, ты знаешь, я приехал из Крыма, у меня началась ангина. Она продолжается уже полгода. Температура под 40 все время. Я не знаю, что делать. Вот, врачи ничего не находят. Я, ну что могу сказать? Я говорю, вы же, конечно, не знаете, куда заниматься. Месяцев через 8 температура упала. И вся гибкость вернулась сначала, как была. Понимаете мысль? Просто вот то, что было до начала этой практики йоги, вот такая гибкость вернулась. Все эти супер вот эти вещи, они исчезли просто. Ну, ему повезло, что он выжил, видимо. То есть организм уникальный, который смог все это пройти, да, и потом выжить. Но затормозило его. Вот такая вот вещь. Там много историй очень интересных, которые связаны с тем, что гибкость, она не имеет отношения к йоге. Вот. И там у меня есть специальная глава «Конторсия». Если люди, которые гнутся лучше всяких йогов, без всяких йоги. Вот. Особенно, если вы посмотрите «Конторсию» в интернете, там эти девчонки молодые, ну, художественная гимнастика там. Где-то лет до 12, там и так гнутся, что никому ингару не снилось, да? Вот, или цирковые ребята. Вот это один из таких вещей. У каждого есть уровень гибкости природной. И когда вы до него дойдете, вы все равно остановитесь. У вас она очень хорошая и развивается пока. Как у нашего Саши Сергеева. Когда он начал заниматься, он был вот такой вот, как бы перекошенный, сколиоз детский. И вот на полметра до пола он не доставал, да, руками, да, когда повисал. А теперь гнется 33 погибели, да, и гибкость развивается сама по себе. Ну, она остановится, человек доходит до своего предела и все. Так что гибкость интересная история. Спасибо, передавайте. Здравствуйте. Что скажете, Дим, про простое восприятие и мысли? Ну, значит, у меня происходит следующим образом, что у меня в целом практика начинается, ну, как у нас здесь, с вхождения. Либо я лежу, либо сижу, либо там еще что-то. Ну, некий период такой. Некий, да. И это время, за это время, в принципе, я уже вхожу в нужное состояние и начинаю практику. То есть после этого у меня мысли сильно ограничены. То есть скорее я уже нахожусь в таком восприятии. И, собственно, так у меня... Есть тело, есть ощущение тела, пространства, да? Да. И, собственно, так у меня проходит вся практика. Что-то может в это время пробиваться, но это уже как бы такие какие-то случайные и быстро устраняемые, так сказать. Угу. Вот. Собственно, как-то так. И как бы глубина вот этого состояния, она еще увеличивается в период, за время практики. То есть я дохожу до какого-то необходимого перед, понимаю, что можно заниматься, начинаю заниматься, и за время практики оно как бы еще вот ниже, пока как бы я там не решу, что хватит, либо не дойдет до какого-то своего там
максимума на данный момент. И то есть просто углубляется состояние? Углубляется, да, за период практики. И в целом, за, если так говорить, ну, это, наверное, в принципе, очевидная вещь, что за вот период практики моей всей, там, в несколько лет, оно вот это выработалось, вот это как раз определенная система, что ли, занятия. Потому что раньше не так быстро получалось войти, то есть мне нужно было прям долго лежать, там, не знаю, там по 40 минут, и я понимал, что я все равно не могу войти, и это мешало... Пока голова не выключится, да? Да, это мешало практике. Если я начинал заниматься, еще не войдя в это состояние, тоже иногда как бы я в него во время практики мог уйти, а иногда нет. Это как бы, ну, в общем, а сейчас уже довольно четко выстроилось и работает как бы одинаково каждое занятие. Ну, вот бы, интересно, да. Такая подробность, что состояние углубляется. У меня, пожалуй, нет. То есть у меня как-то... Я, наверное, сразу как бы вот вхожу в течение, наверное, минут 10-15, и потом уже понимаю, что... То есть я буду включаться, выключаться, но уровень будет одним. Сегодня вот таким. Сегодня, может, я, так сказать, буду, ну, как бы отпадать, ну, как бы на такую глубину, да, это будет все время. А завтра там, может, так или выше. Но в течение так не меняется. Нет, у меня в течение, да, я это отследил как бы довольно четко. То есть я перед тем, как начать заниматься, просто не... Тут важно войти в какой-то вот... Не обязательно глубоко, а войти вот в какой-то. И потом он уже само начинает додавливаться как бы дальше. Не, ну это понятно. Там есть такая точка четкая. У меня тоже, я это понимаю, допустим. Там сядешь, значит, да, вот расслабляешь лицо, глаза. Все, оно уже пошло. Как и бы, потом, да, и ты четко чувствуешь, что... Ну как... Ты понимаешь, что начинает вот это все расплываться, и ты... Что-то происходит. И как бы начинает, очень интересный такой момент, у меня, например, да, как будто память останавливается, то есть вот начинается эта каша, и я понимаю, что я начинаю проваливаться, и это текущее, вот что-то там мелькает, ни прошлого, ни будущего нет, будто память останавливается, вот такой интересный момент. Вот, а потом уже, я не знаю, как его объяснить, вот тут не все объяснишь, ну такое вот торможение какое-то. А потом уже, да, понимаешь, что ты, и потом уже ты там это проваливаешься, потом зависаешь. Как-то так, да. Спасибо. Что скажете, Антон? Ну, можете на себя направить? Не, близко слишком. Ну, у меня в последние годы, наверное, ну, год два уже, более-менее одинаковый процесс. То есть где-то я минут 10 лежу в шавасане, потом... сосредотачиваюсь на глазах или на точке, ну, кстати. Просто внимание держите там. Да, на чем-то. Потом мысли отъезжают куда-то на задний план, но они не исчезают, кстати, в течение всей, ну, практики, да. Так и болтаются там где-то. А при этом внимание по телу расплывается. Ну, по телу, да? Да, сначала я концентрируюсь, а потом, после того, как отъезжает этот процесс жика, оно по телу расплывается и дальше так и держится. А, то есть тело как экран становится? Да, становится тело, да. То есть внимание, оно по всему телу распределено. Вот два момента. Сейчас Антон вас прерву, да, интересно. Или внимание держится на точке, и потом начинает расплываться все это, да? Или второй момент, значит, тело, да, оно по всему телу, и тело становится однородным, как и сознание. Там пустота здесь, да? И так тело начинает расслабляться. Но бывают случаи, когда, ну, такие, не относящиеся ни к телу, ни к точкам. То есть, когда мне говорит это вот, это Лена, как я, не помню. Такая дама есть, редко находит, ее внуки замучили. Ей 63 года. И вот она говорит, у меня, я расслабляюсь, тоже глаза. И потом жду, у меня возникает... сквозняк, вот здесь где-то переносится, и белый туман, который начинает типа мягко с закрытыми глазами, да? И тогда я начинаю, значит, да, ну, блин, это какие-то эксклюзивные вещи. Ну, кажется, бывают такие вот свои какие-то штуки. Бывают очень удивительные, да? И вот, говорит, тогда, когда этот белый туман, значит, начинает меня как бы окутывать, это тут я, значит... Ну, это специфика сознания какая-то конкретная. Ну, конечно, конечно, какие-то свои вот... Бывают более, скажем, статистически сгруппированные случаи, которых много. Там переносятся, допустим, глаза, да, дыхание, а бывают какие-то совершенно дикие.
Но тем не менее я работаю. Человек нашел своего, то и все, да? Так вы, я вот прервал вас, Антон. Ну, собственно так, иногда у меня бывает, ну что-то давно, кстати, не было. Вот я начинаю одинаково, и потом вдруг перескакивает, вот скажем, бывает вот на двух сторонах щек, например, раз. Точка, да? Точка перемещается, да, и там остается. Вот такой иногда фокус бывает, непонятно, с чем он связан. Но бывает, то есть такие штуки какие-то. Слушай, у меня бывает такое, допустим, когда расслабляю лицо, там три точки, да, язык, глаза и виски. И когда все это отпустится, и тогда возникает в висках такая приятная, такая тяжесть какая-то интересная. И вот, может даже на ней внимание может залипнуть, и такая какая-то вот очень интересная. Ощущение такое очень интересное, да, вот именно виски. Почему? Ну хорошо, спасибо, дамы и господа. Значит, может быть, хотите о чем-то можно еще поговорить сегодня, относящемся к йоге? Нас мало. Или будете заниматься, или можно поговорить. Может, какие-то вопросы, выбирайте. Чего хотите? Чего? Как заниматься? Что-то? Ну, вы говорите, что занимаюсь не той йогой. Вот у меня вопрос, как бы, что делать, что начать менять в своей практике. Ну, дело в том, что йога – это достижение молчания ума. Собственно говоря, была в чем идея у этих товарищей философов. Как я понимаю, значит, да, вот, ну, вот существует физика частиц, допустим, да, и в какое-то время там был обнаружен такой факт, что когда за частицей наблюдает тот, а есть наблюдатель, она себя ведет определенным образом. То есть наличие наблюдателя влияет на поведение частицы. Это вообще поразительно, да, значит, но это факт. Значит, более того, так сказать, там есть такой момент, нашли, значит, когда там, значит, сталкивают в этих самых штуках, значит, в этих торах, бубликах, значит, частицы, и выбиваются какие-то две частицы одинаковые, синхронно, то потом, значит, их по магнитным камерам растаскивают, да, значит, отдельно, и, ну, перемещают там одну частицу, переменное поле магнитных, а вторая, находясь в синхронной, повторяет то же самое. То, что делается с первой, повторяется со второй, да? Такая зависимость какая-то невероятная. Ну, так вот. То есть идея какая? То есть регистрировать поведение, значит, какими-то, значит, вещами, приборами, которые, ну, не могут повлиять на движение частицы, да? То есть как бы объективность. Когда есть субъективный фактор, есть наблюдатель, картина искажается. Значит, эти ребята, как я понимаю, вот, философы, так сказать, они, значит, что такое йога, да? Мы останавливаем движение, на время, конечно. Останавливаем дыхание, ну, замедляется сильно на время. И останавливается мышление. И тогда идет чистое восприятие, понимаете, бессубъективное. То есть то же самое, человек, значит, типа идея, что можно воспринять мир без искажений, когда приносится своим собственным сознанием, да? Вот такая идея была у них, как я понимаю, да? В результате, так сказать, своих долгих изучений всего этого дела и практики своей, да? Вот, но эта философия, это уже, так сказать, какие-то вещи такие, значит, да, меня интересовало всегда вещи, описанные, допустим, в сутрах, там вот ситхим, там эти, да, значит, то есть человек что, когда, значит, он там не устает, он не болеет, так сказать, да, он как бы сохраняет молодость, несмотря на возраст, значит, да, и там какие-то проявляются вещи такие, значит, да, и вот мне было интересно, значит, если я вот как бы в этом разберусь, то переживаю то же самое или нет, будет, наверное, правильным ли путем я иду, да? Вот, ну, потом, наверное, я понял, что правильным, потому что признаки они появились, действительно. Вот, и самое смешное было, это на самом деле, это был, наверное, когда, какой же это год был? Наверное, середина 80-х. Это вот вы просто, ну, действительно смешно. Там в сутрах написано, значит, да, что вот когда человек проработает себя йогой, да, то даже его пот пахнет типа как духи, да? То, что нравится, все время вот мне сын ко мне приставал, говорит, папа, дай я тебя понюхаю на пляже, да, носом откинется. Там были знакомые, говорят, слушай, чего это от тебя пахнет, какими духами, да? Представляете, да? Это же бред. Ну, это было просто. Вот, значит, да, то есть, когда вы делаете эти асаны, значит, да, и неподвижность тела временная, да, ей соответствует неподвижность ума, то есть молчание ума. Ну, что значит молчание? Молчание проявляется по-разному. В зависимости от типа ведущей репрезентативной системы, да?
То есть люди, допустим, есть, которые думают картинками. У них как видеоряд идет, да? Значит, у таких людей мысли, конечно, никуда не исчезают. Вот они отходят туда, куда-то, на задний план, и проходят как сны. То есть человек все равно он сам не думает, он не управляет этим, да? Он просто воспринимает автономную работу мозга своего, да, и все. Это для таких людей такая форма молчания ума. Да? Для тех, кто, для аудиалов, которые, значит, думают, вот, проговаривают вслух там чего-то, да, прочее, прочее. Для таких людей, значит, вот, это болтовня. Они думают как бы словами, да, вот. И потом, когда сознание как бы расслабляется, да, нет управления, мы отказываемся от управления, и тогда, значит, что идет? Там идет болтовня, которая не воспринимается уже. Что-то говорит, как-то у Жванецкого говорит, ну, ты это говоришь, но непонятно об чем. Силы у тебя в словах есть, но расставить их ты не можешь, да? То есть болтовня уходит на дно, и там становится, это, значит, форма молчания ума такая, значит. У кинестетиков, вот таких как я, там вообще нифига нет. Там глаза закрыл, там темнота и тишина, да? Но при определенных условиях, значит, ты начинаешь видеть кино тоже. При определенных условиях, когда что-то происходит с сознанием. Когда ты привязываешь внимание, останавливаешь его и прочее, да? Есть комбинированные вещи. Вот у меня была одна такая пациентка, очень интересный был случай. Это было лет 15 назад, звали ее Лиля, как сейчас помню. Главный бухгалтер, ей было лет 45, у нее на каком-то этапе, там какая-то большая фирма, стрессы постоянные, начали головокружение. Причем такие, что человек жить не может. По стенкам ходить на работе. Что-то где-то там было, Германия, там, в Штатах ей сказали, что у вас что-то там со средним ухом, там, в общем, короче. Ну ладно. Ну, пришла, говорит, может быть, это что-нибудь сделаете. Я говорю, ну давайте будем расслабляться. Так у нее вообще было феноменально. Приходит, такая вот все. В тонусе, мне квартальный отчет. Такая, значит, да, и вот, значит, я говорю, ложитесь, расслабляйтесь. Внимание на глаза. Говорит, о, пошла эта бегущая строка, индекс Доу Джонса. Цифры. Причем интересно, слева направо, да? Вот. Да, значит, потом проходит минут 10. Все, ничего не вижу, начинается болтовня. Да? Говорит, все, начало, расслабление пошло. Еще какое-то время прошло, пошли картинки, все, и она выпадает в осадок, да? Ну вот, это у одного человека так, да? Значит, вот молчание ума. Когда в таком состоянии человек практикует асаны, во-первых, меняется свойство тела, то есть пустота тела возникает, которая соответствует пустоте сознания, да? То есть, когда мы с вами сидим, общаемся, то все равно мышцы работают. Понимаете, которые поддерживают тело в данном положении, так сказать, да, и так далее, и так далее. Значит, когда они имеют тонус, тонус покоя. Значит, когда человек практикует йогу, тонус покоя падает, не знаю, до какой степени. Вот, значит, и тогда выдержка в этом состоянии сознания значительно увеличивается, и тело работает особым образом. Гибкость, она развивается до предела, опять-таки, да, свойственного каждому. Вот, но, как я уже говорил, значит, вот почему человек живет? Потому что он регулярно ест. Регулярно пьет, регулярно спит, да? Значит, какие-то такие воздействия, значит, систематические, периодические, значит, которые его обеспечивают ему жизнь. Вот, значит, да, есть воздействия, это такие, как бы, эндогенные воздействия. То есть организм вот так функционирует, значит, там есть некие ритмы. Есть воздействия экзогенные, значит, да, когда на нас влияет смена дня и ночи, смена времен года. Постоянное давление, значит, да, значит, влажность, геомагнитные условия, значит, организм к ним приспосабливается, да, вот, и вырабатывает, так сказать, какую-то для себя устойчивость и функционирует, значит, да. Ну, вот, но когда мы вводим в свою жизнь вот такую практику, такого свойства, значит, делаем это каждый день, значит, практика эта восстанавливающая, она происходит в условиях преобладания парасимпатики, да, вот, то есть тонуса покоя. Значит, и вот тогда, когда мы делаем это каждый день, то этот фактор начинает работать примерно так же, как все остальные, как экзогенное и эндогенное. Да? То есть это, причем практика становится ведущей частотой, которая держит человека в определенном состоянии. Наступает, как говорила там одна дама, значит, состояние реактивности. То есть организм начинает реагировать только на то, что ты делаешь с собой, и ни на что больше.
Поэтому говорят, что человек становится недоступным влиянию парных противоположностей. Жара или холод? Один хрен. Душно, не душно? Один хрен. Ел, не ел? Спал, не спал? Пофигу. Значит, да, только вот это одно. Значит, это вот так оно и есть на самом деле. И тормозится время. Значит, да, вот что дает эта йога. В пределах нашего применения, конечно. Значит, когда мы с вами, скажем, освоили релаксацию, ну там через глаза, допустим, прочее, там неважно. То есть, когда воспроизводится чистое восприятие, в нем можно оставаться, это будет уже медитация. Ну, простое внимание. Что такое медитация? Простое внимание. Почему простое? Потому что оно неподвижное. Попробуйте сделать так, чтобы ваше внимание было неподвижно. Это исключено. Люди сидят там, таращатся куда-то, напрягаются, значит, да, у них там мысли бегают. Это я займусь медитацией, да? Ну, вот фигня это, конечно. Вот. Поэтому, значит, вот, собственно говоря, чем мы занимаемся. И, кстати, когда человек вот такого воздействия идет на тело и на сознание, то все функциональные расстройства начинают выправляться и уходить. Человек выздоравливает. Такое воздействие такое, ну, оздоравливающее. Ну, дадим. Что? С чем вы это связываете, что у человека, когда он периодически ну, медитирует, занимается йогой, уходят эти расстройства? То есть как молчание ума? Так что не только молчание ума, то есть физическая работа в молчании ума. То есть что здесь получается? Да, мы сами зависаем на каких-то пределах гибкости, да? Значит, когда пределы достаточно велики, да? Ну, я не знаю, время выдержки работает. Меняется кровообращение, так? Значит, пережимаются какие-то вещи, идет, возникает, значит, альтернативное влияние на коллатерали, да? Значит, на эти сосуды, на запасную резервную мощность сердечно-сосудистой системы, да? Меняется дыхание, когда вы делаете скручивание, одно легкое работает больше, другое меньше, да? И так далее, и так далее. Значит, да, вот эти воздействия, так сказать, да, они ведут к тому, что наступает то, что называется устойчивым гомеостазом. Механизм никто не знает, просто это факт. Медицинский, да. То есть я когда в свое время, когда я, значит, всем этим занимался, и когда все это у меня, так сказать, вот я понял, что я к этому пришел, тогда я понял, что это может быть полезно еще и кому-то, кроме меня. Ну, когда я только к этому пришел. Потому что, как сделал товарищ Ленин в свое время, да, он говорит, ребята, мы построим коммунизм, и будет хорошо. Вот, я вам это обещаю. А он должен был сделать как, если бы он был нормальным человеком, а не сволочью. Он бы сказал, ребята, вот мы построили коммунизм, видите, как мы живем? Вот мы уже его построили. Да, значит, тогда вы можете вот сделать и так же, будет так же хорошо, да? Поэтому что такое коммунизм? Это вера в обещание, да? И вот все эти вот ваши эти авторские стили, это тоже вера в обещание. Ты делай, а когда тебе будет хорошо, когда ты поймешь. Мне что сказать, вот да, вот это вот так вот, да, посмотри на людей. Да, значит, посмотри. Наверное, как-то так. Что? Ну, это не может повредить, потому что здесь мы разбираемся с ощущениями, и мы... Я имею в виду другие стили, как бы, вот вы говорите, авторские, которые... А, я не знаю, откуда они берутся. Сейчас ведь как? Человек берет какую-то ерунду, там, что-то придумал, какое-то слово, сделал приставку йога, это уже йога, да? Что за ним стоит, не знает никто. Я могу объяснить, что за ним стоит, я вам объясняю. Я не знаю, что они могут объяснить, а то пришли, что вам объяснили. Ты занимайся. И когда-нибудь, помню, как у Некрасова, вырастешь, Ваня, узнаешь. Ну, в какой-то степени, опять же, да, если ассоциативным, сознание ребенка не способно воспринять какие-то сложные там взрослые вещи. И в каком-то смысле, когда мы приходим в какую-то область, ну, например, сейчас мы говорим про йогу, да? О, в каком смысле вот, дети, так да? Вот я вам что скажу, все правильно, но, то есть одно но. Значит, вы знаете, вот у меня, когда я начал заниматься всем, у меня была задача не придумать что-то, а разобраться в том, что есть. Поэтому я думаю, что любой человек здравый, когда он приходит, так сказать, да, вот он приходит, допустим, ну, там, учиться там водительскому делу. Ему же человек не говорит, там, типа, давай, вот я тут буду крутить бранку, ты смотри, когда-нибудь ты сможешь, как я, да? Он говорит, что делать? Как делать? Объясняет, понимаете? Что будет потом, он объясняет. А жди, как-то, как в этом самом, помните фильм-то, как Пуговкин там говорит, жди меня, и я вернусь. Да, это вот из той же серии. Наверное, как-то так. Поэтому я думаю, что когда человек приходит заниматься такими вещами, как йога, он должен как-то самообразоваться, он должен влезть, сейчас же в интернете масса информации, правда, там в основном это дезинформация, да? Но существуют какие-то, ну, базовые книжки,
базовая литература, типа там Смирнова, там типа Дасгупты, да, и человек сам в этом ковыряется, он проанализирует, он будет упираться рогом, у него будет трещать башка, но он разберется. У него будет свое мнение, он придет тогда и будет. Значит, вот как один парнишка, они вот не могу, один такой был, за все время я так вспоминаю. Пришел, говорит, я хотел заниматься йогой. Я говорю, почему меня? Вы знаете, говорит, я вот заинтересовался все время, я, говорит, там год или полтора, значит, так ковырялся с литературой, все такое, значит. Потом, значит, начал ходить по учителям, да, как бы. Полгода походил, значит, да, потом, значит, почитал и понял, что мне нужно вот сюда, да. То есть разобрался предварительно. Понимаете, он не надо верить, надо разбираться. А уже потом, я так думаю. Вы, конечно, можете думать по-другому, это ваше право, но я думаю вот так. Поэтому вот, поэтому люди-то и занимаются, чем попало. А тут нужно все-таки понять сначала. А чтобы понять, нужно подумать. Конечно, приходят люди, вот вы занимаетесь, допустим, этой системой там какое-то время, да. А бывает так часто, вот тут была одна дама недавно, я лет 55, по-моему. Я получила звание инструктора йоги Ингара. Значит, да, 5 лет, у меня все болит. У меня, значит, колени, у меня спина, д-д-д. Я говорю, ну, ходите сюда, походил какое-то время, не знаю, ну, в общем, капитально на себе испортила. Потом исчезла. Все это происходит вот так, вопрос времени. Есть люди, которые повреждаются не сразу, а через лет, через 10-15, это начинает вылезать, да? Вот, то есть, когда человек делает там асаны через боль, там, не обращая внимания на... Рано или поздно это накрывает. Вот. У вас очень хорошее здоровье, очень хороший организм. Есть... Поэтому пока это у вас все это вам даже нравится. Вот. Что будет дальше, это вопрос. Это вопрос. Не, ну если через боль, как бы. Ну, наверное, вначале как раз я. Ну, говори, Потап, будучи захваченным вот этим энтузиазмом, там, как бы, достижения гибкости, ну и опять же силы, да, как бы какой-то. Вот. А пытался как-то вот постоянно продвигаться, превозмогать, да, чуть-чуть где-то там через напряжение, но при этом все равно, как бы, вот как-то интуитивно я, видимо, с самого начала занимался, прислушиваясь к организму, то есть уходя немножко как будто в себя, да, через ощущения. Поэтому и... они повредились. Поэтому они появились? Не повредились. А, да, вот, то есть как бы я понял просто, ну, что зачем, как бы я вот дохожу до какой-то границы и... Ну, в какой-то момент начал просто ощущать, что как раз расслабление, концентрация на вот расслабленном таком спокойном дыхании, оно как бы раз, и сразу организм как будто плывет. Вы об этом тоже писали у себя в книге. То есть какая-то такая пластичность приобретается. Я это, ну, как осознал, да, и начал пытаться когда идти этим путем. Когда прочтете книжку, вы поймете, чего, откуда и как. Там просто понятно и объяснено, как это приходит. Вот, поэтому, конечно... Я к тому, что можно просто заниматься и там, такими активными видами йоги, не повреждая себе, если просто ну, концентрироваться не на достижении, там я вот понимаю, скрутиться в узел. Но если, да, вы думаете, а именно... если вы думаете о гибкости, все равно. Тут есть такая вещь. Понимаете, у каждого как бы тело имеет свой предел, предел обращения с ним. То есть, как бы это сказать? Попробуем объяснить. То есть, когда человек делает что-то, ну, допустим, не знаю, там, таскает там тяжести какие-то там по работе, да, прочее, значит, он потом должен восстанавливаться. Не будет он восстанавливаться, начнет, так сказать, там болеть спина, будут какие-то травмы, да, все такое, неважно. Ментальная работа будет перегружаться, так сказать, будет потом, попадет сон там, будет невроз там, все такое, да. То есть, существует, на чем живут эти ребята, вот, которые преподают там всякую йогу. Значит, на том, что когда приходят здоровые молодые люди, вот такие, как вы, значит, то, что они там делают, значит, да, оно не повреждает явно. Это первое. Но есть очень интересная такая фаза. То есть, когда человек занимается вот так, как вы, допустим, энное количество лет, да, значит, то сначала организм приспосабливается. Потом наступает автоматическая фаза такая. То есть, знаете, когда вот рвут образцы стальные, смотришь на график, напряжение растет и ничего не происходит. Потом наступает зона текучести. Потом со звоном лопается все, да? Вот, значит, и человек какое-то время, он, значит, в этом режиме живет, как бы, да, и ничего с телом не происходит. А в какой-то момент времени, значит, то есть все получает сначала, да, он ничего не делал, он получает какую-то пользу от самого движения, там, прочее, да? Потом это уравнивается, он не получает ни пользы, ни вреда, он держится в тонусе. Но наступает какое-то время, когда эта практика, он начинает терять здоровье.
Понимаете? Оно уже не увеличивается и не остается, оно уже начинает теряться. И вот тогда начинается то, когда приходят эти люди, да, все. Ресурс заканчивается. Да, да, да. То есть заканчивается ресурс восстановления. А пока восстановление, все хорошо. То есть вы достигли какого-то уровня, будет там держаться на количество лет, да, а потом, значит, да, ну потом. Такое было у Сидерского, там где-то лет 50 или когда ему было. Значит, да, он же как потом говорит, опа, я не могу проводить семинар, у меня что-то с поясницей, первый раз случилось. А потом пошло, и пошло, и пошло, да, и будет случаться. Короткое дополнение, что вот у меня, по крайней мере, есть то, что я получил еще от йоги, то, что я теперь ощущаю, насколько мне нужно нагружать тело не только во время практики йоги, а вообще по жизни во всем. То есть в беге, в турниках, там, в единоборствах я чувствую, опа, все хорош. То есть это еще один если вопрос, бы да? Я раньше бы давил бы, то сейчас у меня есть четкое ощущение, что мне тело говорит, так, хватит, то есть не перегружайся. И давить, это так. У меня появилось, именно я это напрямую связываю с занятием йогой. Почти такая сенсибилизация. Вот, чего можно, чего нельзя? Сколько? Да. Чувствуешь? Конечно. Чувствительность развелась, и человек уже чувствует свои пределы. Все правильно. И еще есть такой момент, что то, что вы сейчас делаете, вот эта уже динамика, да, она, в принципе, пока все это держит, но потом, все равно, так сказать, где-то к 40 годам, как минимум, человеку нужна обычная нагрузка, движение, физические нагрузки. Йога, она другое. Йога сохраняет растяжку, да. Вот. Кстати, вот есть такой, по ящику выступает такой врач Мясников, может, кто-то видел, очень дельный мужик. Вот единственный, пожалуй, из всех, кто там есть дельных. Вот, он в свое время в Штатах работал там много лет. И, в общем, он очень дельный мужик. В боевых действиях, там, в районе боевых действий. И вот он сказал, значит, что там что-то речь шла о диабете, впрочем, он говорит, так вы, говорит, набираете вес и теряете гибкость, а терять ее нельзя. Да? Кроме всего прочего. Такие движения терять нельзя. То есть йога на йога, значит, но человеку нужно двигаться, нужно ходить, нужно там, не знаю, бегать. Обычно нужно. Когда есть пропорция, тогда все. Тогда это. Надолго, хорошо и надолго. Как-то так. Вот чем мы занимаемся. И чем занимаетесь вы? Пропорция, вы имеете в виду занятия йогой и какой-то спорт? Жизни, ну, спорт, как надо? Спорт это нет. Нет, спорт неправильно. Спорт достижение результата. Это не на результат, а просто на поддержание кондиции чисто динамической. Есть ведь волокна статические мышцы, а да, есть динамические. И тут должна быть некая пропорция. Некая пропорция. Как-то так, наверное. Для очень динамической йоги как раз и есть то самое голодное. Ну да. Динамическая йога. Это у лапы. Потапхи Джойса, Аштанга Виньяса, и у лапы тоже. Динамическая йога. Книжка у него есть такая. Когда-то я его спросил, какой же это был год. Это было лет 20 назад. Когда он приехал из Индии, такой толстый, красивый, вес набрал, даже удивился. Ну вот, значит, и он, там интересно было, он собрал, значит, ну там всегда какое-то количество молодежи, которым в рот смотрят, ну, чтобы мы смотрели в рот, и он вещает. Он говорит, о, привет, значит, там, Серега, там, значит, ну, сыну моему. Говорит, давайте я все закончу, а потом 5 часов вот приходите вот сюда, и мы там это, поговорим. Ну, как забыл он, конечно, про нас, понятно, сидит там, вещает. Вот, а я подхожу, говорю, так, Андрюха, давай разберемся. Вот ты когда, вы делаете, значит, асаны с задержками дыхания, вдохи и с бандхами. Зачем? Он так-то прясся, ну, тут народ вокруг. И говорит, понимаешь, мы в свое время с Сидерским, с Андрюхой, какая была цель? Побыстрее разведи гибкость. Быстро, чтобы было эффективно. Делая задержки дыхания на выдохе, говорит, становится плохо. А на вдохе, когда банхи, что получается? Прошло 10-15 минут, человек становится красным, как рак, у него температура повышается, где-то 38 градусов тела, он начинает гнуться, как резиновый. Он говорит, у меня вот за полгода молодые люди начинают гнуться, как ингар. Я говорю, ну как замечательно, а что потом? Потом не знаю. Вот, был такой интересный случай, когда, кстати, о гибкости, когда, значит, он, это был 91 год, он приехал из Киева, привез своего ученика, говорит, мой лучший ученик, Юра Кучеренко, студент. Вот, значит, и
ты, говорит, поговори с Берией, чтобы мы показали ему нашу йогу, и чтобы он нам что-нибудь сказал. Вот, а тогда была еще жива Елена Федотова, которая здесь у нас замутила всю тему ингара, да? Вот, потом она уехала в Штаты, ее там убили, ее мужа, там ребенка, да? Вот, значит, и она была жива еще, она, и мне Андрей говорит, она, говорит, как собака, никого не пускает к Берии. Ну, он-то тебя знает, ты ему скажи, ну, я сказал. И вот, значит, там это, пришли в зал, он пришел с Юрой и начали свою эту... Берию, сизу, я лазал, блядь, сутлез. Говорит, да, я все понимаю, это все очень хорошо, нас учитель нас этому не учил. И все, этим кончился показуха, да? Вот, значит, и потом, когда они приехали, они жили у меня еще пару дней, и вот занимаются каждый день, вот Юра там делает их прогибы назад, все время ноги на голову ставит там, значит. Я говорю, слушай, Андрюха, он когда-то будет вперед-то будет гнуться или нет? Чего он все время с прогибами? Говорит, да нормально все, пускай, ему нравится. Уехали. Звоню через 2 недели, я говорю, как там дела? Он говорит, да что-то с Юрой плохо. Я говорю, что? Говорит, да спина болит. Я говорю, а что? Он говорит, как болит? Он говорит, да с трамвая не может ехать. Трамвай тряхнет, криком кричит, да? Ну вот, интенсив. Потом Юра уже отошел от этой практики, заниматься больше не смог. И спине кирды. Значит, да, вот это вот динамическая йога на разогреве. То же самое, что бикрам-йога. Там источник тепла внешний, баня. Они там греются, потом гнутся. А тут внутренние, они греются своим теплом, да? От задержек дыхания. Вот. А потом еще потом начинает дыхание, потом хастрику делают, и потом начинает крыша ехать. Очень интересное ощущение, кстати. Я специально все это прошел. Потом ходишь 2 дня такой. Я говорю, а ты знаешь, что это о таком удалении? Я говорю, ну да, да. Ой, ну, в общем, много интересного в этом все. Только вот вы занимаетесь, видите, сколько, я вот 40 лет с лишним пытаюсь разобраться. Вот, интересно это все. Какие еще вопросы, дамы и господа? Что вам еще рассказать? Или хватит, хотите позаниматься, наверное? Ну, давайте расходимся, спасибо. Часик можно.